Всем большой привет, с вами Эмили, и в этом видео мне с удовольствием хочется поделиться, что произошло за время отсутствия и что меня вдохновляло и радовало последнее время. И в первую очередь мне бы очень хотелось поблагодарить всех, кто болел и голосовал за меня в конкурсе «Золотая пуговица», потому что я заняла первое место, и благодаря вам и вашим голосам мне удалось пройти в финал, потому что вы очень активно за меня болели, ставили высокие баллы, за что огромное спасибо, и без вас этого бы ничего не было, и я бы не заняла первое место в таком конкурсе, который очень вдохновляет, и он такой единственный в России, называется он «Золотая пуговица», и этот конкурс для всех, кто как-то связан с индустрией рукоделия, то есть речь не только о блогерах. В этом же конкурсе представлены и дизайнеры, и магазины рукодельных товаров, и производители каких-то интересных материалов, и авторы книг. В общем, очень много разных номинаций. Мне кажется, что участие в конкурсах — это всегда очень важно и полезно. И даже несмотря на то, какое место ты занимаешь, когда, например, заполняешь заявку, вот как в моем случае нужно было рассказать о своем блоге, о себе, и ты даже на этом моменте уже производишь какой-то анализ своей деятельности. Если раньше я просто снимала видео, конечно, строила какие-то планы, но серьезно не задумывалась, как это смотрится со стороны. И поэтому вот эта награда, медаль «Золотая пуговица» меня сейчас просто безумно вдохновляет, и я надеюсь, что это начало чего-то нового, нового этапа на канале, и я надеюсь, что вам это все понравится. Если говорить о еще каких-то вдохновляющих вещах, то это журнал «Формула рукоделия», а вернее статья «Между сном и явью». Это интервью, и мне очень нравятся эти украшения и история девушки, поэтому была рада прочитать ответы на вопросы. Также меня очень вдохновила книга «Решайся» от основателя Твиттера. Это издательство «Эксмо», и это один из призов моей номинации, за что большое спасибо, так как именно эту книгу я очень давно хотела прочитать, но все откладывала. И это история о том, как люди, занимаясь любимым делом, создали нечто уникальное и новое. Я думаю, твиттеры слышали и знают все, поэтому очень интересно посмотреть, как это все создавалось изнутри. Если вам нравятся такие мотивирующие книги и вообще интересно, как был создан твиттер, то обратите внимание, я ее прочитала буквально за несколько часов, не могла оторваться, было очень интересно. Также мне досталась вот такая большая книга рукоделия от издательства «Контент», и здесь объединено и вязание, и шитье, и вышивка. Я пока к ней не приступила, но в скором времени обязательно прочту, если что-то интересное найду, обязательно вам расскажу. Также мне хотелось бы сказать спасибо компании Scarlett и Gamma, которые решили поддержать конкурс и нашу номинацию в частности, потому что это такой ответственный момент, когда ты понимаешь, что ты ведешь блог не просто для себя и для единомышленников, но также и, возможно, как-то влияешь на всю индустрию в целом. И мне кажется, когда компании обращают внимание на блогеров, это может привести к чему-то новому, каким-то, может быть, интересным материалом, я не знаю, что будет дальше, но думаю, что это все начало чего-то очень большого и интересного. Также я смогла посетить и церемонию награждения конкурса «Золотая пуговица», которая прошла в Москве на «Формуле рукоделия». Я была очень рада увидеться, с кем смогла увидеться и познакомиться с новыми людьми, потому что была я всего на пару часов и смогла посмотреть очень мало, опять ничего не засняла, но обещаю в следующий раз справиться и показать вам все уже более подробно, а не только на словах. А на этом сегодня все. Получилось очень спонтанное и хаотичное видео, но я надеюсь, что смогла хоть немного поднять вам настроение. Но если вы ведете канал, или у вас есть группа ВКонтакте, или Инстаграм, или печатный блог о каком-то виде рукоделия, обязательно подавайте заявку в конкурсе, потому что это дает очень много положительных эмоций. И я поздравляю вас с началом весны, и думаю, что теперь роликов будет больше и чаще. И увидимся в новых, я надеюсь, очень скоро. Пока-пока!